Всем привет, с вами Ботан Кинг, и сегодня поиграем в игру под названием Майнкрафт. И мы со Сникерсом нашли деревню. Заброшь. Зато есть еда. Мы еще жемчуг тут откопали. Сникерс, возьми кирку. На. У тебя ее нет почему-то. Она мне зачем-то тут стоит. Котик! Котик, блин! А что тут делает? Что, как это называется? Даже не знаю. Керамика, что она тут делает? Она же заброшена. Ты меня напугал, дебил! Не надо меня пугать. Ну, заброшенной деревни, зато тут есть кровать, это правильно. Хи-хи-хи, да-да-да, смешно. Очень смешно, я вот, наверное, кровать взял. А тут есть сундуки в заброшенной деревне? Я просто не знаю, я не разбираюсь в Майнкрафте сильно. Вот это я тоже на всякий случай возьму, вдруг нам полублоки пригодятся. Ну, вряд ли. Но пригодятся полублоки каменные какие-нибудь. О, кузница! А в кузнице у нас должны быть крутые награды. Типа... алмазного меча, да. Но она заброшена, в принципе. Ну, не, нормально, в принципе, нормально. И железо есть. Достижение дресс-код, ага. Ой, это тут прям целый сет для лошади. Она тебе нужна? Тогда я тоже возьму, а что она делает, я даже не знаю. А, она чарвальд снимает. Корову надо... Ой, фу ты. Лошадь надо найти. Ну там котик бегает, да-да-да. Тут еда есть. Ты сено добывай, если что. Как бы это еда. Мы можем из нее хлеб сделать, если ты не знал. Я тоже одену. Я все уберу. Тебе меч, кстати, надо? Конечно, надо. Тебе его нету. Я вон каменный номер. Можно, в принципе... Взял? Возьми меч! Возьми. Вот он лежит. Так, что можно сделать в этой деревне? Если она заброшена. Как думаешь? Компост есть. Ну тут жителей-то нет. Что такое? Привет! Смотри. Так, с него... Картошка выпала, что ли? Погоди. О, нифига, картошка. Так это нафиг. А картошку можно пожарить или сделать на ферму. О, это же пшеница растет. Нифига, она заброшена, почему-то пшеница. Это нафиг. Это вообще вот бьем вот так вот. Это... Мяу, котик. Ты где? Он мне мяукнул тут в ухо. Где-то тут был. Смотри, как тут много пшеницы. Почему ты так не забываешь? Чего ты встал? О, еще пшеница, офигеть, как много тут. Это ж бесконечная еда почти. Ну, на первое время. Ага. Что там нашел? Так. Вон корова есть. Ой, халявная еда тоже, кстати. Боже. И две коровы сразу. Куда и куда? Куда? Отлично. Оп. Оп. Оп, отлично. Ну все, тут больше нечего делать, пойдем отсюда. Ой, это тут это же есть. Это же биом, где пещеры какие-то с золотом. Ну ты же первый раз в Майнкрафт играешь. А я хоть что-то знаю. И то я тоже плохо. Надо найти, короче, вот тут какие-то горы. Хотя она какая-то пустая. Вот что-то есть, кстати, вот что-то есть. Да, это оно, это та самая... Тот самый биом, так... Ты будешь прыгать? Ты где? В водичку. Или ты рукожоп? Ты кровать поставь. А у тебя... Вон, возьми кровать там в деревне поставь. Если что, сдохнешь, переродишься. Так, я пока что все факелы сделаю. Пока он там ворочается. Так, вот это я уберу. Это тоже уберу. Так, а куда факел? А вот факел, ё-моё, куда факел? Вот они. Так. Я видел тут железо. А! Ну, блин, а! Какие-то еще звуки сзади были. Ты прыгнул вот сюда? Ты сюда прыгнул? Ты вообще бешеный. Куда? Откуда ты появился? Я тебя не видел, что ты прыгал сюда. Как ты появился? Странно. Что-то пишет.
Верстак поставь. На. А я пойду искать золото. Золото. Алмазы. Хотя бы железо, я не знаю. Так, вон, я что-то вижу. Пещера, кажется, да? Это пещера. То есть дофига лут. Ё-мо. А сейчас прыгать буду на это. Ай! Да, оно будет работать. Так, надо поесть. Я не скрафтил. Блин, верстак же я поставил. Надо ее взять и сделать себе много хлеба. Много хлеба, так. О, железо. Ой, дофига железо. Все. Это вот так поставлю. Ты где? Верстак ты взял? Или ты сам оставил? Да, за еду спасибо, верстак. Ты его оставил. Так, это мы вот так делаем. Это убираем пока что. Хотя нет, я по-другому сейчас сделаю. Вначале я дофига пшеницы сделаю, потом через книжечку буду дофига нажимать на хлеб, где он. Во, печенька, да, она пшеница делает. Вот, все. А. Так не работает? Ладно. Так буду делать, значит. Погоди, а как разделить-то наполовину? Ой, ладно. Вот так буду делать. Ой, как много хлеба. Ого. И вот сюда еще. Ого. Сколько у меня уже? 37 штук. Как разделить? Я вот сейчас как-то сделал, я опять забыл. Я не умею разделять предметы на два. А, ну как-то сделал, короче. И у меня, короче, стак хлеба, офигеть. И еще один есть. Здесь сколько? Вот 4 штуки хватит. Что ты там добываешь? О, железо. Так на, вот тебе хлеб, пока ты будешь там что-то делать. Еще один хлеб, на. Все, покушу, покушу, молодец. У меня... Вот, тебе печеньки есть. На, на, печеньки. 4 штучки. Очень вкусненькие. Они не сытные, но они дорогие. Очень редкий продукт. Так, надо, короче, вот сюда пойти и исследовать эту пещеру, потому что дофига лута есть, я думаю. Так это пшеница нафиг надо, из нее ничего не сделаешь. Ой-ой-ой. Ты добрый? Это конец. Ё-мо. Не надо. Нет, не надо, ребят. Не надо. Так, я на всякий случай здесь поставлю кровать. Всё. Эта музыка я у вас не слышу. Ладно, на. Вот тут спи. Тут свет поставлю, чтобы было уютно. Если сдохнешь, тут появишься. Будем в пещере, короче, жить. Вот такие мы человеки. О, да. Ты рисковый? Блин, но я все равно кровать поставлю. Давай попробуем. Давай. Блин. Я думал, там вода есть. Блин. Короче, нам надо сейчас верстак. Где верстак? Блин, у меня нету. Блин. А ты не поставил, ты, я тебе говорил, поставить точку, ты не поставил, ты сейчас там далеко где-то, ну ладно, без сникерса. Да, нормально. Короче, у меня есть крутой челлендж, да, сникерс? Будем, короче, пытаться сделать ватердроп, давай. Да, давай, давай, давай. Делай ватердроп, давай. Да ладно, как хочешь. Я жесткий. Я жесткий. Блин. Там этот был скалк. Чё, как? Я чё знал, что там скалк есть? Он мне не нажался из-за этого. Как, а чё делать теперь будем? У тебя есть... А у тебя же... А, это там сдох, да. Погоди, куда ты? А, там вода есть, серьезно? Сникерс мне в прошлый раз обманул. Во же, блин, золото есть. Офигеть, сколько тут лута. Опять сдох. Ну, рука жопа надо. Как тут много... Да ты опять сдох, да ты серьезно что ли? Встань от меня пшеница.
Так надо, короче, камень добыть. А я опять сдох, серьезно. Ты в воду сложно попасть. Ну ладно. Как? Как ты это делаешь? Это же вообще не сложно. Вот тут прям водичка, прям вот это синий. Ты не видишь, что ли? Оф. Я тебя выскопаю немножко. Все, прыгай. Это сложно. Золото нам не пригодится. Все, выскопаю. Во, наконец-то. Во, видишь, у тебя все получается. Ты мне тут говоришь, да как, да как. Все легко, ничего сложного. Я вообще хотел вот эту пробу сделать, там стала гнить или как-то. Вообще, иголка. Шип. Тихо. Упал. Вот это скример. Ничего. Так, я там слышу какие-то звуки. О, тут дофига лута как раз. Вот тут мы сдохли как раз. Я ничего не вижу. Подписчики тем более ничего не видят. А вот весь факт, наконец. О, свет. Так, редстоун зачем нам не нужен, в принципе? Стикер, все, сдавайся, ты сдохнешь сейчас. Так, водичка есть. А, все-таки хочешь выжить, да? Так, ботинки мои. Почему-то они целые, хотя я тут много раз получал удары, я не знаю почему. Так, ну вроде все предметы взял, да. Вот лошадь, которую мы хотим экипировать. Зачем? Которую мы не нашли. Теперь мы в какой-то пещере. Ой, еще нет. Ай-яй-яй. Золото это хорошо. Какой звук прикольный. Какая нахрен вода? Что она тут делает? Ё-моё. Что алмазами? Есть! Алмазы есть! Я же говорю, есть алмазы. Если я говорю, что есть, значит, они будут. Лава? Где я? Где я, ё-моё? Где я? Куда я попал? Какая лава? Почему тут пшеница делает одна, блин, одинёшенькая? Как я тут оказался? А, вот она, офигеть. Короче, алмазы я нашел. Ты где лаву нашел? Покажи-ка мне. Там тоже может быть. Если это разлитая лава, значит там не будет. Потому что ну это вряд ли. Если там прям лужа, озеро какое-то. Это разлито, там нет ничего. Фома, не надо. Не надо. Тихо. Все, не трогай меня. Как ты тут оказался? Не смотри на меня так. Что там происходит? Молодец. Хоть что-то ты сделал. Прям голой рукой убил, что ли? А почему у тебя нету вещей? На вот, держи. На вот, еду. Это же все твое. Я забыл. Я удержал. Я не знаю, что здесь. О, у меня, кстати, есть одна стрела и один... Ну, одна третья лук. Могу что-нибудь с этим сделать. Но я хочу добыть алмазы. Я хочу добыть алмазы, ём. Пойду добывать алмазы. Все, экстрим, пошел. Пошел. Где-то тут они были. Где они? Вот они. Так, значит, я тут устрою себе убежище. Ладно. Сено пусть будет. И все. Вот так легко. Так. Так, ну сюда, колотый глубин. Ты чё сюда пришел? Иди сюда, заплавай. Плавай сюда. Ты где? Иди сюда. Вот у меня тут дырка есть. А, это типа там. Фига. Ой! Это вздыхался, кажется, еще забыл. Так, вот тут где-то у меня алмаз. Нет, не тут. Где-то тут алмаз у меня. Вот тут, что ли? Нет. А где? Где-то же был. Я не знаю. Но он где-то был. Я его видел. Я прям вот застрял его одним из этих блоков. Ё-моё. Вот он. Есть. Алмаз добыл. Алмазы.
Алмазы уже давно были крутые, конечно, но... Но я хочу, чтобы они у меня были. Что я типа какой-то особенный. Ну, тут больше делать нечего. Да, вон там одно семя осталось, я пофиг. Ура! Мы алмазы нашли, а на этом можно заканчивать, в принципе, видео. Но если видео наберет много, мы будем дальше пытать Сникерса, и он будет дальше пытаться спастись от зомби, который за ним сейчас плавает. Ну, а с вами был Роботин Кинг, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и всем пока.